Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня боль в трахее. Причем здесь поджелудочная железа? Когда мы говорим о селезенке поджелудочной железы, меридиане, мы должны внимательно смотреть, как прежде всего простирается данный меридиан. А потом уже умничать. Потому что некоторые, вы знаете, вот говорят, вот вы говорите там поджелудочная, вы говорите, это гланды, это почки. Какие почки имеют гланды? Мы подразумеваем прежде всего, когда мы сказали орган, я в своих лекциях, простите, в своих лекциях, подразумеваю меридиан. Вы можете подразумевать все, что желаете. Понятно? Просто будьте внимательны. Итак, смотрим меридиан поджелудочной железы. Как он проходит и что он, как он простирается. Вот, пожалуйста, пунктирная линия. Он контролирует трахею. Потому при всех воспалительных слизистых оболочках трахеи, а также при острых и хронических состоявшихся боли, вам нужно знать, в каком же состоянии поджелудочная железа и не только. Почему мы говорим не только? Потому что еще 7 меридианов контролируют нашу с вами трахею. Это почки. Мы включаем поджелудочную, желчный пузырь, меридиан, желудок, сердце, тонкая кишка, толстая кишка, печень. В каком состоянии эти меридианы? Многие скажут, мы не знаем. Потому при всех острых болях в трахее, острых и хронических, данная точка В20, пишу вам в помощь, данная точка расслабляется. Понятно. Но если вы всегда расслаблять будете точку, а трахея будет болеть, ну, значит что-то не то, значит вы неправильно услышали в данной лекции информацию. Повторяю, еще нужно знать, в каком состоянии 7 меридианов. Вот в каком состоянии. Это может и печень быть очень сильно воспаленной. Это может быть толстый кишечник с тонким кишечником меридиана очень сильно воспаленный. Это может очень сильно воспалиться сердце. Это может чаще в хронической форме пребывать воспаленный меридиан желудка желчным пузырем. Поэтому поди гадай, как она, что она, точка скорой помощи у вас есть, но диагностику 12 меридианов в восточной медицине никто не отменял. Нужно знать, в каком состоянии все 12 меридианов, 8 из которых контролируют нашу с вами трахею. Спасибо за внимание.